Коммунальные беды мегаполиса в рассказах его жителей. Здравствуйте, в эфире дежурный по городу. Улица Земица, 20. Жители жалуются на недостаточный напор холодной воды на кухнях. Я пришла 28 числа, у меня уже напора воды не было. 29-го мы обратились в дом правления, звонили каждый день. Уже на протяжении двух недель мы звоним. И нам отвечают, что вы к нам пристали, то говорят, вас записывать уже некуда. Я не пойму, не то нас некуда записывать, не то у них столько заявок, что у них слесарей нет. Вообще отвратительная тут управляющая компания. Я 2,5 года здесь живу, в этой квартире. И слесарей только единственный раз они к нам пришли, когда мы опять же обращались в СКАТ. После СКАТа они пришли к нам, сделали. У нас не было воды в ванной. Теперь в ванной у нас напор отличный, а на кухне у нас вообще вот воды нет. А у нас машинка подключена, кухня. Мы не можем пользоваться ни машинкой, ничем, не сготовить, не постирать. Ну, я живу на первом этаже, напор воды у нас вот капает только. Слесаря не приходят, ну, как бы, не делают ничего. Вообще, я звоню туда, со всеми уже общались, даже с начальником нас связывали, но начальник тоже отвечает, что слесаря придут, но до сих пор никто к нам не приходил и ничего нам по нашей неисправности, короче, не исправляют. Улица Весака, 47. Жильцы ждут от коммунальщиков качественного ремонта нескольких водосточных труб. Ну почему вот эта труба не в порядке? Соединение неправильно. Соединение сделано было соединение на соплях. Вот. Эти там года 2 или 3 назад, эти, как их, госарбайтеры работали на крыше и чистили снег. И, видимо, задели эту воронку. И все. И вот 3 года текло, и никто ничего никому не нужен. Во время сильного ветра болтается, воронка, как говорится, не закреплена хорошо. И течет, мимо воронки течет. Вот по балкону, видите, он все течет, уже начинает шкатулка сыпаться. Подсыхать начинает, он немножечко подсыхать начинает. Но все равно шкатулка-то сыпется уже. Он на 5-м этаже уже шкатулка сыпется. Ну вот не в порядке труба, да, видите? Обсыпается штукатурка на голову людям. Вот это вот не в порядке труба, и вот это не в порядке. Управляющая компания, да, 3 трубы, управляющая компания не реагирует, к сожалению, на это дело. Улица Водников, 22, на жалобы жильцов по поводу аварийного состояния кровли управляющая компания не реагирует. Начинается весна, начинаются дожди. Снега тают. Наша крыша в доме номер 22 течет. В подъезде течет. В квартире 14 течет. И 13 течет. Там тоже течет. Там никто не живет, но у нас течет. Да, там ужас. У нас такой чердак страшный. Это вообще. Ну, компания. Компания к нам никогда не приходит и не интересуется. Да ничего не отвечают, не приходят, да и все. А как мы их найдем? По квитанциям, которые мы получаем, там не дозвонишься. У нас и разговоров с ними не было. Они нас не видят, а мы их не видим. Ну, писала я заявление. Почему я писала заявление? Но ответа никакого не было. Нет, я ходила, мне сказали, заявление ваше будет рассмотрено. И вот оно рассматривается уже 5 лет. На сегодня это все. Звоните и пишите в нашу редакцию. До встречи.